Всем привет! Меня зовут Серега Литовец, и мы, как всегда, на канале «Мошенники звонят по телефону». Обязательно после просмотра ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии, если, конечно, вы не Поляница, Иванов или похожая нечистая сила. Всем приятного просмотра! Алло, Тимур, добрый день! Слушаю вас. Хотел бы представиться, меня зовут Буланов Павел Сергеевич, я являюсь финансовым экспертом по инвестиционному проекту «Газ Руси». Собственно, помните, интересовались касательно сотрудничества? Угу. А когда интересовался? Не напомните, Павел? Вчера дали заявку. Вчера? Подождите, вчера, да неважно, вчера была реклама. Сейчас, вот, нашел, ну, нашел, 03.05.7.37. Мне пришла заявка ваша. Да. Да? Что-то рад оставил, да, заявку? У вас ошибка какая-то, ну, Павел, у вас любом... ошибка. Потому что я оставлял... Ну, хорошо. Я могу закончить позволение, или вы будете меня перебивать? Я пытаюсь вам что-то сказать, вы начинаете со мной в параллель говорить, для чего? Ну, договорите, хорошо, я вас не перебивал. Я вам поясняю, что реклама в интернете, я, по-моему, какой-то фильм смотрел, инвестируйте в акции «Газпрома». Ну, все, одностраничный баннер, больше ничего не было. Потом с вами свяжется менеджер. Я понимаю, это вы, да, менеджер, со мной связались? Ну, я финансовый эксперт, да, по сути, частично как менеджер также. Понял, частично, по сути. Ну, я слушаю вас. Павел. Хорошо, Тимур, тогда вы подскажите, вы что по проектам уже успели подавать для себя на сайте? Павел, давайте вернемся к самому началу. Вот если бы вы меня не перебивали, вы бы услышали. Там никакого сайта не было, одностраничный баннер. Инвестируйте в акции «Газпрома». Форма для регистрации, с вами свяжется менеджер. Все. Какие проекты, о чем вы? Ну, они снизу были, там была лицензия и прочие необходимые документы. Там юридическая информация о «Газпроме». Больше там ничего не было. Там была лицензия «Газ Руси», собственно, что там лицензия на и прочие были проекты. Ну ладно, в любом случае ничего страшного. Я вам помогу это посмотреть, но вы как, у вас не опыт своей инвестиции был какой-то? Не, я не инвестировал. Ну, теорию знаю. Я на это учился, а ценные бумаги я никогда не покупал. Ну, хорошо. А смотрите, а что вы искали в данной серии? Что? Вы почему-то как заикаетесь. Еще? Вы как заикаетесь, как связь. Что-то не расслышал вопрос. Говорит, смотрите, Тимур, вы что для себя искали в данной серии? Я вообще для себя искал акции, хотел приобрести. Акции я понял, Газпрома. С какой целью-то? Целью так, получения хорошо, дивидендов. То есть это вы хотели бы рассмотреть для себя как дополнительный заработок, правильно? Ну, можете назвать это дополнительным заработком, но как-то странное определение. Но в банк, когда человек приходит в банк открывать вклад, он приходит за дополнительным заработком? Ну, Тимур, смотрите, я вам так объясняю, что на самом деле данную сферу можно рассматривать как и основной вид заработка. Вы понимаете, что по факту вы можете зарабатывать как и на акции компании «Газпрома»? Я вас понял, но меня трейдинг не интересует, спекуляция. Я хочу средства, которые я уже заработал, у меня есть сфера деятельности, понимаете? Хорошо. Она занимает свободное время, я хочу, что уже заработал, инвестировать, поменять бумажки одни на другие бумажки, хорошо. Рубли на ценные бумаги. Хорошо? Отлично. Хорошо, смотрите. То есть, давайте так. То есть, это как дополнительный доход и больше как пассивный. Правильно? Ну, чтобы называется... вы собрали ваши инвестиционные портфели, вы, соответственно, получали пассивный доход чисто за счет дивидендов. Правильно? Ну, хорошо, называйте это так. Да, да. В принципе, вы правы, да. Нет, я в любом случае прав. Смотрите, хорошо, Тимур? Смотрите, вы не будете так самоуверенным, Павел. Поверьте мне. Ну, Тимур, как я являюсь финансовым экспертом, давайте вы мне не будете учить, как здесь, собственно, работать, хорошо? А я что, вас учил? Вы как-то, я не понимаю, вы в какой-то агрессии, вы успокойтесь, выдохните. У меня нет никакой агрессии, Тимур. А кто вы вас собирается, изначально... кто вас учить собирается, я не понял. Ну, вы внимательно, вы, собственно, пытаетесь мне сейчас рассказывать, как здесь зарабатываю, да, собственно, говорите, что я не прав в тех вещах, в которых я действительно прав. В каких вы вещах, правы или неправы? Вы так хотите, чтобы я вас учить начал или что? Какой-то как обиженный какой-то. Странно вы себя ведете.
Тимур, я никак на вас не обижен. Вы сначала, собственно, может, я позвонил, может, вы, в принципе, вы мне говорили, что я вас перебиваю, еще что-то, хотя я этого не делал. Вы в самом начале начали меня перебивать, не дали мне закончить мысль. В самом начале. Вы что, не помните? Я не помню такого. Ну, странно. Ну, а зачем вы меня оскорбляете сейчас? Чем я вас оскорбил? Ну, говорите, что у меня память короткая. Ну, если вы не помните то, что было 5 минут назад, значит, ну как, странно. Ну, если... Хорошо, Тимур, поехали. В любом случае, я этого не делал. Ну, а теперь давай... Интересно. Ну, ладно, значит, нас рассудят. Хорошо. Хорошо, Тимур. Давайте в первую очередь как? Хотел бы с вами познакомиться. Подскажите, сколько вам полных лет? Мне 36. Сколько? 36. Замечательно. Смотрите, у вас сейчас, давайте так, разрешите, мне было чего отталкиваться. Вы как сейчас на данный момент? Работаете, не работаете? Ну, естественно, работаю. Работаете. Смотрите, у вас вот на данный момент на каком лучах ходите? Хм, я не пойму, а вам для чего эта информация? А какой доход у меня получается выходить? Для чего? Вы брокерская компания? Это не брокерская деятельность. Мы сопровождаем инвесторов. Поэтому, чтобы я мог, соответственно, подобрать для вас программу, да, то есть мне нужно чего-то толкнуть, чтобы вам было комфортно, я понимал. Ну и, соответственно, то есть, и вы получили то, что вы хотели, действительно. Давайте проще, чтобы вы поняли. Мой доход, вас и где я работаю, что я кушаю, сколько зарабатываю, вас не интересует. Я хочу приобрести 1000 акций компании «Газпром» для начала, а потом докупать. То есть сумма, чтобы приобрести 1000 акций, у меня есть. Ну, я думаю, вы поняли, да? От чего отталкиваться? Хорошо, смотрите, тогда каким образом нам с вами нужно поступить? В первую очередь, как? Нам нужно открыть ваш международный инвестиционный счет, чтобы вы могли купить непосредственно акции компании «Газпрома». Угу. Ну, давайте попробуем. Хорошо, теперь подскажите, Тимур, смотрите, то есть, чтобы я понимал, у вас, это технический момент, то есть, в любом случае, лучше... Павел, вообще-то со связью я почти вас не слышу, вы начинаете как булька заикаться, вот ничего нельзя сделать? А? Ну, я не знаю, может, у вас связи. Вот сейчас хорошо слышно. Сейчас получше? Сейчас хорошо, получше. Я подошел к окну. Значит, Тимур, смотрите, какая ситуация. Давайте так, еще мы по технические моменты пробежимся с вами. У вас какие-то финансовые нагрузки? Есть ли какие-то обязательства перед банком или еще что-либо? У меня есть. То есть аресты счетов, суды. Аресты счетов, суды. Ну, как, судимости, да? Павел. Ну, как бы, ну, странно. Я просто, понимаете, я-то могу вам ответить. У меня как бы этого ничего нет. Я просто не понимаю смысла этих вопросов. Знать, если ну, у меня Тимур, суды... Вы думаете, что у меня счет арестуют, если я с вами начну работать? Ну, это бред. Нет, Тимур, вы... Смотрите, вы сейчас на данный момент додумываете. Я объясняю вам. Вы в любом случае, да, собственно, если сейчас вступаете моим клиентом, правильно? На данный момент. Если вы выступаете моим клиентом, вы хотите, чтобы я вам помог непосредственно с покупкой 1000 акций компании «Газпрома». Вы в любом случае будете получать свой доход. Лично вы, послушайте, я обратился вообще в компанию, поэтому мне не важно, будет это Паша или будет это Федя, понимаете? Всего просто как менеджер, мне нужна компания, в первую очередь брокерская, чтобы приобрести акции каких-то компаний. Брокер как посредник. О. Я пока еще не понял, в чем ваша помощь. Ну, давайте, слушаю. Я вам сейчас и говорю. Ага. Вы в любом случае будете получать свой доход куда-то, правильно? Если нужно будет вам потратить еще что-либо. Ну, это естественно, логично, конечно. Естественно. Но. Теперь смотрите, если у вас арест на счетов, как вы думаете, что может произойти? Угу. Ну, мы будем просто воду лить, я просто вам так, ну, знаете, если у меня были бы арестованы счета, я бы вообще не пытался бы купить акции, ну, это во-первых. Во-вторых, у меня нет арестов счетов, и у меня все в порядке с этим, так что все. Тимур, я понимаю, слава богу, что у вас все в порядке, это, смотрите, я вам объясняю, что у меня абсолютно клиенты разные. Я не могу, собственно, вот сколько мы с вами общаемся, 8 минут. Я не могу знать, что вы за счет, а с вами не познакомились. Да, я вас услышал. А вы мне вот расскажите, а что, правда, к вам вот обращаются клиенты, у которых есть арестованные счета, там, я не знаю, у которых там не судятся. А для чего тогда они к вам приходят? Вы думаете, я знаю? Абсолютно раз клиенты. Все хотят зарабатывать. Понимаете? Все хотят зарабатывать. Или вы думаете, что у меня постоянно крупные инвесторы приходят? Да я понятия вообще не имею, кто к вам именно так приходит, но в плане зарабатывать, вообще инвестиция в первую очередь это инвестирование. То есть человек должен уже что-то заработать, чтобы инвестировать. А что, к вам приходят просто, что ли, хочу с нуля зарабатывать или как? Не совсем понимаю. Да, бывают такие, что просят деньги, уже понимаете, бывает такое, что... А вы им помогаете, что просто приходят без денег к вам? Ну, как бы я объясняю, что это идет сфера инвестиций. А,
поясняете. Ну, это хорошо, уже хорошо. Чтобы человек понял, да, для чего он приходит. Ну, в такую, ну, да, то есть такая ситуация, Тимур, бывает. Ну, а так вот, что... сейчас я вам скажу, то есть как тот, так же, чем я сталкиваюсь с тем, что, допустим, приходит мне человек и говорит, что, ну, то есть обращается ко мне человек и говорит, что я ему должен, да, потому что компания зарабатывает на национальных ресурсах, да, соответственно, что где моя часть, да, собственно, такое тоже бывает. И почему я не получаю доход компании? Павел, теперь я понял. Это просто из-за того, что такие к вам клиенты попадаются, поэтому вы сразу начинаете с какой-то агрессии, да, общаться. Это у вас защитная реакция, вы пытаетесь защититься от чего-то. Но я не абсолютно не позвонил, я абсолютно, вернее, не оставлял регистрацию, как-то вас обидеть, еще что-то. Не собираюсь требовать у вас часть природных ресурсов, что это национальное достояние, Павел. Нет. Нет, Тимова, я на вас ни в коем случае не злюсь. Вам, ну, вы начали как-то общаться агрессивно, ну, согласитесь, что я там пытаюсь учить, как бы это, знаете. Ну, это выглядит как защитная реакция, как вроде вы меня боитесь. Не знаю почему. Да. Мне вас нет, ну, то есть, мне вас нечего бояться. Просто, ну, я вам говорю, что бывает. Да, конечно, мне нельзя бояться. Все отлично. Ну смотрите, вы знаете, такая ситуация бывает, поэтому я лучше уточняю заранее. Понимаете, что если, допустим, у вас такая ситуация, ну, то есть, понимаете, ареста счетов, и при этом, ну, при этом не знаете, что здесь нужно инвестировать, то, соответственно, то есть, ну, то есть складывался бы так его, то, соответственно, то есть я подумал, ну, сами понимаете, это реакция такая. Да я понял, поэтому я вас понял. Теперь я вас понял, почему вы такой, Павел. Все, я понял, все. Ну, все, хорошо. Так, ну, далее что? Вот я вам позвонил, вернее, я со регистрацией, вы мне позвонили, я вам определил цель. Хочу 1000 акций «Газпрома» на долгосрок получать дивиденды. Все. Вот что нам так делать. Давайте. Вы узнали, хорошо, смотрите. Вы не узнали, вернее, где я работаю, но вам не надо. Сколько я зарабатываю, тоже вам не надо. У меня есть сумма, чтобы приобрести 1000 акций. Акция, напомните, сколько стоит сейчас «Газпрома»? Плюс-минус. Сейчас я посмотрю по нынешнему курсу. На данный момент одна акция «Газпрома» стоит 240 рублей. Ну, 240 рублей. Вот у меня на счету 250 тысяч, поэтому я спокойно могу купить 1000 акций. Мне не важно. Просто где-то неделю назад вообще было 209 или 210 рублей. То есть идут эти просадки, росты, коррекция, в общем, идет, можно ее так называть, да, в акции. Поэтому 250 тысяч на счету, хочу 1000 акций. Что делать? Ну, в любом случае, смотрите, нам что, в первую очередь, да, непосредственно потребуется открыть ваш международный инвестиционный счет, чтобы мы могли работать, собственно, с любыми акциями, в первую очередь. Uh-huh. И, соответственно, то есть напрямую, чтобы купить акции компании «Газпром», да, собственно, чтобы не через брокер, там ничего нет, то есть напрямую через международный инвестиционный счет. Поэтому, собственно, что нам с вами нужно сделать? Да, да. На самом деле есть два варианта. Собственно, или я напрямую подам запрос в ваш банк на открытие вашего международного инвестиционного счета на ту сумму, о которой мы с вами ранее проговорим. Uh-huh. Или непосредственно я вам пришлю форму 5. То есть вы как, с английским дружите, не дружите? Да не жалуюсь. Но если это не технический английский, так разобраться смогу. Ну, то есть, смотрите, что вам нужно будет. Почтовый, то есть, сейчас я вам объясню. Имя, фамилия, город, почтовый индекс. Ну, зип-код это называется. Почтовый. Да, да, совершенно. Угу. Ну, вот это вы сможете заполнить? Ну, естественно. Хорошо, тогда какой вам проще будет вариант, собственно? Или вам скидываю форму 5, или непосредственно я подаю напрямую запрос в ваш банк. Что значит? Нет, ну я понял. А что значит напрямую? Вы поясните, это как происходит? Ну, смотрите, какая ситуация. Вы с каким банком будете работать? Давайте так. У меня Сбер. Сбер. А у вас какая платежная система? Международная или локальная? Если вы имеете карту, у меня карта Visa. Visa. То есть смотрите, что тогда мы каким образом с нами делаем? Вы знаете, что такое стандартные реквизиты вашей карты? Четыре блока. Номер, электронная подпись, номер или процесс срок действия. У вас смс-уведомления от банка приходят? Ну, естественно, конечно. Так, и международная. Хорошо. У вас международные транзакции настроены? Вы что-либо через вот эту карту Сбербанк, Visa покупали ранее, что-то там на Алиэкспресс, на Alibaba, еще что-либо? Конечно, конечно. И так же самое, да, получается, по стандартным реквизитам? Ну, так же самое получается, я вас понял. Вы хотите 4 блока по 4 цифры и данные на обороте карты.
правильно? На другой стороне. Это не данные, это электронная подпись. Да, правильно. Ну, электронная вот, подпись. Вот этого хорошо. Всего вы мне давай. Не называете. Вам не нужно будет подать запрос, чтобы вам пришло смс-уведомление от банка, да, собственно, с цифрами подтверждения. Угу. И смотрите, давайте еще тем уранием, собственно, я уточню вас. У меня вот какая-то указана непонятная, ну, собственно, непонятная почта. RNDQASTA Яндекс.ру. Ваша почта? Ну почему для вас она непонятна? RNDQASTA, в чем она непонятна для вас? Ну, просто... Прочитать не можете ее, что ли? Нет, обычная почта. Ну, смотрите. Я могу прочитать, но просто я на всякий случай уточню. Она рабочая? Конечно. Хорошо, смотрите, то есть в первую очередь, что после открытия международного инвестиционного счета вам на вот эту почту придет декларация международного образца об открытии инвестиционного счета, лицевой номер, логин, пароль для входа в личный кабинет. После этого я вам дам дальнейшую инструкцию, да, что там нужно предоставить по документам. В дальнейшем, да, собственно, мы с вами, я вам помогу зайти на ваш инвестиционный счет, да, собственно, там вам... То есть нужно будет поменять, ну, то есть, вы же понимаете, это международный инвестиционный счет, соответственно, то есть вам нужно будет поменять также к нему там непосредственно пароль, чтобы доступ привязать его, собственно, чтобы он был ваш. И после этого, да, непосредственно вы с него уже непосредственно сможете купить акции компании «Газпрома». Это я вам уже дальше подскажу. Я понял. А ее, как вы называете, вот этот счет там находится, как вы сказали, что это? Платформа, да, я как понимаю, какая-то? Нет, это международный инвестиционный счет. Ага, все, я понял. Ну, то есть вот так вот увидеть, это уже после того, как я активирую, да, я его увижу. А вы ранее с международными инвестиционными счетами не работали? Вообще понятия не имею, что это. Но я как понимаю, вы работали раньше с банковскими счетами, правильно? Нет, Павел, ну я же повторюсь, я теорию знаю, но это учился, я не инвестировал, я ценные бумаги покупал. Ну, я знаю, как это происходит. Должно происходить. Смотрите, это идет международный инвестиционный счет. Ну, просто, чтобы вы не путали, то есть там по международным стандартам, в любом случае, вы же понимаете, есть технический минимум, да, для того, чтобы его открыть. Ага. Просто как... открыть, и чтобы там не... у вас там был, ваш, собственно, ваш капитал, вас, собственно, вам же для работы. Ну, я сразу могу перевести сумму, что я хочу, на которую я хочу приобрести акции. Зачем я буду делать 10 манипуляций? Ну, для чего? Там на минимум... Да, нужно первое. Нет, вам нужно в первую очередь перевести на свой инвестиционный счет, вам же для работы. И потом с этого счета у вас будет баланс, да, непосредственно, вы потом сможете напрямую купить акции компании «Газпрома». Я вас, вас услышал. Я сразу могу перевести на счет 240 тысяч сразу. Без минимума. Можете. Вот, отлично. Можете. Я еще уточняю. Вот. Это первый момент. Второе. Ну, не знаете, что скажите, я не совсем вас понял, вашу такую мысль по поводу брокер нужен, не нужен напрямую. Это что значит, как брокер не нужен, что ли? Нет, смотрите, я вам объясняю. То есть в любом случае за вами закреплен в автоматическом порядке ваш личный финансовый эксперт. Да, то есть смотрите, чтобы вы не путали, мы не брокеры. То есть мы занимаемся сопровождением наших клиентов, да, соответственно. То есть вы выступаете инвесторов, мы помогаем вам зарабатывать, потому что у нас есть также свой интерес. Да, то есть мы зарабатываем от вашего чистого дохода, процент, как только вы получаете на руки. Uh-huh. Вот, и, собственно, вот данную комиссию вы оплачиваете непосредственно на, собственно, по реквизитам компании. Uh-huh. В течение 3 календарных дней. Ну, я вас понял. Ну, хорошо, давайте вернемся с вами к вариантам. Вот вы первое сказали, как это понял, я должен в телефонном режиме вам продиктовать данные карты. Или же я могу вам сбросить форму 5, как вам удобнее будет? Давайте лучше эту форму, потому что 5 там она или 4, неважно. Но исключим вариант, чтобы я в телефонном режиме диктовал данные карты. Ну, как бы не хотелось, ну, сами понимаете. Не, я понимаю, просто что вас смущает? Не привык я, понимаете, Павел, не привык я вообще в телефонном режиме диктовать какие-то такие личные данные. Ну, данные карты, данные там паспорта, еще что-то. Просто в принципе никогда не диктую. Не потому что меня что-то смущает, тут именно вы лично меня смущаете, или ваша компания. Я в принципе там никогда не делаю. Я понимаю, да. Тиму, хорошо. Ну, давайте смотрите, мне что, мне вас потребуется, а у вас WhatsApp, Viber пользуетесь? Может, Telegram? Пока что WhatsApp был бы. Нет, вот WhatsApp у меня нет, к сожалению. У меня есть, хорошо, чем пользуетесь? У меня есть Viber, есть Telegram. Сейчас, тогда у вас Viber, поэтому номер телефона? Вы на какие последние цифры звоните, Павел, будьте добры? Это у меня телефон двухсимочный, я так не помню.
конкретно? Ну, не пойму, вернее, на который вы меня набрали. 230. 230? Да. Вот по нему есть Viber. Хорошо, я вас давайте добавлю. Давайте. У меня мессенджер в другом устройстве, поэтому я могу с вами общаться, и интернет работает. Ну, чтобы не переживали по этому поводу. Хорошо, да. Давайте посмотрим. Так. Тимур, я как понимаю, вы общались с кем-то из менеджеров до этого? Из менеджеров? Ну, я в принципе вообще общался из менеджеров, но как-то не довелось. Я понял. Ну, вообще, что вам предлагали что-то, или я не знаю? Павел, это было в феврале месяце, разговор оборвался, я понимаю, вы, видно, через интернет звоните, да? Я пытался перезвонить, этот номер недоступен, и там все закончилось. Это было в середине, ну, вот под конец февраля. Угу. И ничего, мне также там задавали вопросы, я ж поэтому вот удивляюсь по поводу, где я работаю, сколько я получаю, и все, и на этом все закончилось. Потом был просто как обрыв связи. Ну, или он трубку там бросил, этот товарищ, я не знаю. Ну, перезвонить я ему, естественно, не смог. Мне никто не перезвонил. И на этом все закончилось. Потом же, как вы, наверное, знаете, да, в России закрылась биржа. Ну, ну, на московской бирже уже открыто все. Ну, естественно, открыто. Потом, вот, когда открылась, значит, для начала средства как бы вывести, чтобы проинвестировать. Я, к сожалению, не успел, когда цена была 209. Я прям хотел купить по этой цене, да, когда 209, вообще очень, очень вкусная цена. Но не получилось. Ну вот, но 240, в принципе, тоже ничего. Можно приобрести, попробовать. Значит, Тимур, смотрите, я вас не могу найти по этому номеру телефона в Вайбере. Как так? Давайте. Оканчивается у нас 62.30. 62 не можете найти. А попробуйте другой, я, может быть, ошибаюсь, попробуйте другой, записываете? Да, да, сейчас, подождите. Пишите. Сейчас, секунду. Так, пишу. 928? Есть. 151? Есть. 67? Есть. 75? 928, 151, 67, 75, да, правильно? Там, да, там точно есть Viber. Я его на память помню, поэтому он там точно есть. Сейчас. Сейчас, секундочку. Давайте еще раз проверим. 928, 151, 67, 75, да, правильно? Да, верно, да. Странно. Сейчас еще раз попробую. Мне, знаете, вы не первый. Вы не первый мне уже это говорите. Вот у меня и по работе там... Почему меня не видят? Хотя у меня все стоит, все доступно, все открыто. Давайте я вас добавлю, да и все. Прочь, я нашел. Нашли? Нашел, все, у меня получилось. Да. Ну, слава богу. Ну, пока ничего нет. Я вам скажу, как что-то придет. Так, я вам написал. Есть, да? Пришло. Да. Сейчас я вам отправлю плюсик, да? Чтобы вы поняли, что я вас вижу. Что хотите, да. Ну, давай я лучше плюсик. Что хочу, не буду. Ставил. Ну. Это такой юмор. Так. Ну все, отправил. Сейчас, что тогда форму опять подготовлю. А почему она называется форма 5, кстати, Павел? Что это, почему 5? Форма 5 для открытия международного инвестиционного счета. Никогда не слышал такого. Интересно. Ну, что вас смущает в этом? Почему вы постоянно думаете, что меня что-то смущает? Я вам просто говорю, что я никогда не слышал такого. Меня ничего не смущает. Вы, ну, уже хорошо, вы уже не первый раз пытаетесь, что вас смущает, чего вы это, да, ничего не смущает, ну, просто если я никогда не сталкивался с этим, я ж могу Тимур, вас уточнить. Ну, не знаю, вот, как личность вы меня очень сильно интригуете, понимаете, вот, ничего к вам плохого не имею, ну, собственно, вот, чем-то вы меня интригуете, вот, чем, не знаю, понимаете.
Павел, чем я могу вас интриговать? Это просто интересно. Не знаю, не знаю. Вообще странно. Может быть, просто вот ваши клиенты, когда вам у вас, вернее, оставляют регистрацию, вы им звоните, может быть, они там у вас что-то другое спрашивают, что вас это смущает? Я просто искренне никогда не понимаю каких-то моментов, я их уточняю, поэтому вы сильно как бы по этому поводу не переживаете. Да я не переживаю, Тимур, все нормально. Смотрите, я вам сейчас сбрасываю форму 5, вы как сейчас, дома на работе? Ну, я сейчас могу, у меня вот есть интернет, я же с вами отправил вам плюс, с вами, как бы так сказать, пообщался уже по сети. Я понял. У меня время есть. Собственно, время есть. Со мной сможете заполнить? Еще раз. Чтобы что сделать? Можно, чтобы вы со мной заполнили эту форму. Ну, конечно, давайте ее посмотрим, конечно, я ж не... Хорошо, я вам прислал WhatsApp. О, этот, Viber. Ага, так, ссылку увидел, сейчас я перейду. Так, открыть ссылку, давайте посмотрим. Так, сейчас глянем, сейчас откроется. Так, Павел, а что это такое? Форма 5. Вот, первая окошко, вот видите, у вас написано name. Угу, да, я вижу, я вижу. Вот, заполняйте. Я, с вашего позволения, сейчас на секунду просто еще посмотрю. Я просто первый раз такое вижу. Да, без проблем. Так. Name, surname, email, адрес. Я понимаю. Зип-код, да. Город. Да, Тимур, связь прервалась. Да, что-то сорвалось. А я уже вам пишу, наберите, типа, сорвалось. Так, все, сейчас все заполню. Вообще скажите, это как вот именно из названия, это ничего с криптовалютой не связано, нет? А почему есть криптовалюта? Не, ну я просто так подумал. Название вот этот бит, потом подумал, что-то с криптой связано. Ну это форма 5, платежная система, просто обычная, а что вас смущает? Опять что меня что-то смущает. Я просто первый раз такое вижу, поэтому я у вас интересуюсь. Ну, это для смущать. Того, чтобы вы подали заявку, я да, понимаю, просто она похожа, это какая-то, я как понимаю, это какая-то платежная система. Она очень похожа. Я ж поэтому вас уточняю. Нет, это для просто для открытия своего международного инвестиционного счета и непосредственно пополнения своего международного инвестиционного счета. Угу. Также, Тимур, смотрите, вот вы непосредственно пока сейчас вы заполняете, правильно? Я уже почти заполнил. Хорошо, вот сможете мне присылать скриншот на всякий случай, чтобы я проверил на всякий случай. Ну, то есть. Прислать, как я заполнил? Ну да, я так на всякий случай проверил. Да я, в принципе, могу, но я просто. И также подскажите, смотрите, то есть помните, я вам ранее говорил, что вас сопровождать, ну, собственно, ваш личный финансовый да. эксперт. Да. То есть он будет закреплен за вами. Смотрите, тут какая ситуация? Ко мне пожелания какие были бы? Кем бы хотели бы работать? С мужчиной, девушкой? А у вас даже да, так? Можно выбирать? Ну, смотрите, просто у меня как, некоторые клиенты, да, предпочтительно кому-то было бы работать там, допустим, с девушкой, да, соответственно, ну, сами понимаете. Кто-то не доверяет девушкам, хотел бы работать с мужчиной, да, сами понимаете. То есть uh-huh. люди абсолютно разные. Не все у нас хорошее, да, непосредственно, то есть аналитики. Ну, uh-huh. В первую очередь, вот, хотел бы услышать от вас ответ. Uh-huh. Блин, мне бы так всех бы посмотреть. Не, я понимаю, да, абсолютно, Павел, абсолютно все равно. Вот, видите, абсолютно все равно. Это ж, я же не собираюсь с ним, понимаете, с этим вашим так, аналитиком какие-то моменты, да, близкие, да, делать. Это ж чисто рабочий процесс, поэтому какая разница. Так, выбрать подождите, Павел, ну смотрите, выбрать продукт, да? Это что значит? Да, вот. Смотрите, то есть нам что? То есть вы собирались купить, вы говорили, хотели купить 1000 акций, правильно? Да. Я вам сейчас подскажу, да, собственно, ну,
сколько это будет в долларах. Сейчас вам подскажу, какой продукт нужно будет выбрать. То есть вы хотели купить 1000 акций, да? Хотели поступать в 250 тысяч рублей, правильно? Угу. Сейчас я вам подскажу. Как... Сейчас. То есть по нынешнему курсу это 3600 долларов. Так, вам, смотрите, какой есть вариант. Вы можете выбрать... тут есть, нет такого сейчас. Продукта, тут есть 3500, 4. 3. Смотрите, вам что нужно будет? Вы можете выбрать этот Advanced Supply Demand. Ну, который, видите, вот этот, который 3500. 3500, правильно. Угу. Так, я это выбрал. Теперь он мне требует подтверждения. Смотрите, скиньте мне, подождите пока, сбросите мне скриншот на всякий случай, да, собственно. Вы знаете, я уже нажал «Далее». Из головы вылетело за скриншот. Я нажал «Далее», и он мне просит выбрать фотку. Я как понял, подтвердить, что я не робот. Павел, вы там? Алло, Павел. Да-да-да, я тут. Вы меня услышали, то, что я вам сказал? Я услышал, вот тут. В последний момент, то, что вы говорили, что вам нужно понять, что вы не робот. Да, 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 да. Поэтому я скрин не сделал, я сразу нажал на Pay автоматом. Я же думаю, это ничего страшного. Ну, я там все правильно заполнил, то есть латинскими буквами. Там у меня вообще как бы и сохранение есть. То есть я нажал автозаполнение, но я на всякий случай проверил, все там верно. Так что вы не переживаете за это. Хорошо, если что, будем настраивать через месяц то насчет, то это на конец случая, но я все-таки, как понимаю, вы человек образованный, да, соответственно, то есть я думаю, что я думаю, если что-то будет неверно, он вернет, и мы все сделаем заново. Правильно же? Понимаю? Да, да. Так. Тик, тик, так. Угу. Я вот одного звонить не мог понять, он мне почему-то выдает ошибку. Вы все поля заполнили? Так, проверяем. Имя, фамилия, электронный адрес. Есть. Так. Адрес, код, город, страна. Ну, страна Россия. Продукт. Продукт. Так, ну, естественно, USD же, правильно? Правильно. USD. Ну. Ошибка. Что-то много. Какая-то большая. Я как понял, большая сумма у меня не дает почему-то. Большая сумма продукта. Что это значит, Павел? Давайте. У вас, скорее всего, стоит ограничение на банке. На банке ограничение? Да, лимит стоит на международные транзакции. Даже так? Вы со Сбербанка активируете? Ну, конечно. Смотрите, вам нужно будет зайти в приложение Сбербанк Онлайн, и там непосредственно что? Зайти настройки оплаты в интернете, там у вас будет там приход-расход. Увидите. Павел, давайте я проще сделаю. Давайте, чтобы вообще, в принципе, увидеть, как это что происходит. Вот я выбрал 150. Давайте нажмем, посмотрим, да? А потом уже мы к Сбербанку вернемся. Если мы уже все равно здесь, правильно? Там приложение. Чтобы не выходить. Хорошо, мне без разницы. Вы, в принципе, сможете это инвестировать потом. О. Мне без разницы. Блин. Паш, вот я нажимаю, он мне всегда, все равно выдает ошибку. Могу понять. Какую ошибку выдает?
Опять вернулись. Сейчас он опять просит подтвердить. Сейчас, секунду. Хорошо, Сейчас я вам сделаю скрин, пришлю. Да, да. Так, ну я вроде успел сфоткать. Сейчас давайте я вам отправлю, вы посмотрите, потому что-то мне это не нравится. Что он хочет от меня, да? Смотрите, отправил вам. А вам код приходил, ну то есть смс-уведомление? Нет, мне ничего не приходило. Смотрите, у вас платежная система, вы с визы это делали, да? Подождите, для начала заполнил первую только часть. Запомнил имя, фамилия, электронный адрес, обычный адрес, код, город, страна, все. Вот, далее я выбрал продукт, подтвердил, что я не робот. Нажимаю далее. Он мне выдает вот эту хреновину, то, что я вам отправил, Павел. Что это значит? Хорошо. Скорее всего, вы реквизиты своей карты указывали? Да здесь пока еще их негде указывать. Это же первая страница. Здесь нету полей для заполнения карты. О. Может, код неправильно указали? Почтовый индекс. Вы свой указывали? Ну, естественно, знаете его нет? Естественно, у меня сайт автозаполнения, еще раз проверю, естественно. 350-063 индекс. Я вот так знаю, в чем его. Все я там правильно указал. Странно. Странно? Хорошо, можем попробовать другим вариантом. Давайте тогда, как, я могу... Сейчас. Давайте, смотрите, я могу подать запрос в ваш банк на активацию вашего инвестиционного счета. Ну, Павел, ну мы же уже это обсудили, что я данные карты вслух, ну не буду в телефонном режиме озвучивать. Ну вы что? Ну это ж не серьезно. Ну, хорошо, смотрите, тогда... Сейчас. Давайте тогда как, я, собственно, узнаю по поводу формы 5, почему это сейчас не работает, да, собственно, техотдел подойду. Вы не знаете, что это за ошибка? Вы же читаете, смотрите, что это значит? Ну, я понимаю, обратитесь позже. То есть, я прекрасно понимаю, за что вы говорите, но я поэтому, собственно, мне нужно обратиться, скорее всего, в технический отдел. Потому что я, честно, я не знаю, я думаю, что возможно, потому что вы активировали там непосредственно с локальной карты мир, такое тоже может быть. Но поскольку, собственно, вы даже до этого не дошли, то есть мне нужно будет сейчас уточнить этот нюанс. Мне побыть на линии? Давайте лучше так, чтобы я вас как, не держал, буквально через минуты 2-3 я вас наберу. Да, давайте я лучше побуду. Это телефон рабочий, кто позвонит по работе, и все, потом не дозвонитесь. Хорошо, сейчас тогда. Да, мне также звонят, понимаете, клиенты. Также номера у них определяются, как ваш номер, я не знаю. То есть вы это звоните или не вы? Вы же не подписаны. У вас же постоянно разные, но интернет, да, у вас? Нет, вот этот номер Viber, который, ну, то есть... Я вам написал, вот это вы можете сохранять. Я понимаю, дело не в Вайбере. Что для обратности? Я понимаю, потому что на обычный телефон звоните. Вот в чем дело. Давайте я побуду 0, а что вам там уточнять? Долго, что ли, или что? В чем там проблема? Мне скажут. Ну, а с другой стороны, вот смотри, с другой стороны... Павел, у меня вообще такой вопрос. По поводу, я что хотел уточнить. Вот вспомнил. Видите, как хорошо я вспомнил? Начали за номера. По поводу вот этих вообще сумм, да? Которые там идут. 50, 150, 3,5 тысячи, да, которые мы выбрали, да? Угу. Вот это вообще очень сильно похоже, что я якобы покупаю какое-то программное обеспечение, какую-то программу я покупаю. Но мы с вами сейчас на данный момент что, переводим на ваш инвестиционный счет? Нет, ну там же не перевод, но именно покупка какой-то программы. Я как бы покупаю какую-то программу. Там же указано, МТ-4 якобы там терминал какой-то я покупаю, да, приложение себе, программу. Вот я за нее плачу, там еще что-то. Но вы же сами видели вот эту штуку свою, Павел? Но вы же понимаете, что программа МТ-4, собственно, сейчас, ну, вы знаете, что, ну, то есть, что такое МТ-4? МТ-4 я могу скачать бесплатно на Play Market.
Да, правильно, она бесплатная. Ну. Соответственно, что? Это для индексации, да, собственно, для работы В требуется. смысле Ну, то для, есть в это смысле если для актив, если индексации? активно этим заниматься. Вы сами поняли, что Если это... для какой А? индекса, в смысле для индексации? Я могу скачать MT4 просто Я вам приложение объясняю, бесплатно. для индексации, собственно, на MetaTrader, да, непосредственно, чтобы индексировать MetaTrader свой инвестиционный счет. Чтобы Понимаете? индексировать в MetaTrader мой инвестиционный счет. Правильно. Правильно. Это гениально, Пашка, ты сделал мой день. Не, ну ты реально, во-первых, ты картавый просто пиздец, я сейчас тебя слушаю уже. Вот, А туда, томлюсь туда, чтобы тебя не приколоть, да, по поводу твоего R-класс. Не, ну вообще ты меня, ты доставил. Ну вот то, что ты Я вообще, ты не могу понимаешь, понять, ты вы такое мелешь, решили занять время или что? Паша, ты такая дура, ты такое мелешь. Ну ты что, финансовый ты эксперт, аналитик. Хер ты, кто ты там? Не, ну ты вообще, ты мне скажи, ты кретин завершенный или нет? Ну а ты кто, ты мне скажи, ну, что пожалуйста. Ты, подожди, а что ты на ты перешел? Ну потому что ты перешел на ты, ты же позволяешь быть, ты должен быть, слушай, ты должен быть стрессоустойчив, такая работа. Понимаешь, видишь, сколько клиентов звонят, требуют у тебя часть, блядь, природных ресурсов, поэтому ты такой нервный, припадочный, блядь, успокойся. Сосудик лопнет. Чего нервный? Я спокойно, я тебе ну, говорю, не это переживай, ты мне что-то пытаешься не рассказать. Все будет добро. Пашка, не переживай. Все хорошо. Ты мне вообще, знаешь, что скажи? Меня не надо успокаивать. Да. Ты мне вообще что скажи? То есть ты мне предлагаешь, блядь, через какую-то вот эту корявую, блядь, платежную систему купить, блядь, какое-то якобы программное обеспечение, да? И то есть и мои денежки тю-тю. Ты, сука, хочешь сейчас спиздить мои деньги, да? Мои 240 тысяч. Я правильно тебя понял? Ты адекватный человек? А? Я тебе сказал, что я с тобой зайду, мы с тобой еще будем настраивать. Я тебе говорю, что-то покупать. Нет, слушай, мы с тобой по разные стороны. Со мной вместе нам не надо никуда заходить. Я тебе что говорю? Что ты на почте получишь декларацию международного образца. Помнишь? Я сказал, что мы зайдем, еще будем настраивать. Да, соответственно, чтобы... Настрой, расскажи. Ты можешь... Покрывай меня дальше. Если это причина, это единственная причина, по которой ты можешь в диалоге использовать меньше слов, где есть буква R. Я тебя просто хочу попросить, но реже слов. Давай ты меня не будешь учить, как мне нужно разговаривать. У тебя работа такая, ты ртом работаешь, и ты картавишь. Что ты не сходишь к логопеду? Почему? А почему ты не найдешь себе нормальную работу, где ты будешь хорошо зарабатывать? Зарабатывать хочу. Так я же поэтому и обратился в вашу контору, компанию. Ну, компанию гондонов и пидорасов. Хочу зарабатывать, инвестировать. Купить 1000 акций, ну, Паша, купи 1000 акций Газпрома. Ты что, дура, что ли, я не тебе понимаешь? Говорю, ты уже ничего не заработал, понимаешь? Как ничего не заработал? Ты что? Ты о чем ты говоришь? Что ты клевещешь на меня? У меня на счету 250 штук. Я хочу купить акции. Ты мне сейчас, блядь, предлагаешь. Ну, через, так блядь, я как понимаю, через, значит... через это фуфло купить Хорошо, какую-то программу. Значит... 200 за какую программу? За я тебе говорю программу купить. Я тебе говорю программу купить ты или что? Ты не говоришь. Мне твое приложение, что ты мне скинул ссылку, блядь, говорит, что я сейчас покупаю, блядь, какую-то программу. Ты что, в натуре торг? Я тебе говорю программу покупать или что? Я говорю перевести на свой инвестиционный счет. Ты понимаешь, вот что я тебе пытаюсь занести? Давай ты меня не будешь учить, как мне работать. Я тебе говорю, ты его сейчас... Ты работаешь, слушай, ты ртом работаешь. Вот честно. Ты должен активнее стимулировать клиента, чтобы он пополнил счет. Мне кажется, что ты лучше работаешь в том, вот все-таки, понимаешь? Ты, тебе вот придется очень долго в том работать, понимаешь? Понимаешь, дура? Если тебе кажется. Ой...